Гражданина Казахстана будут судить за попытку подкупить таможенника и провести через границу хвойные деревья. Мужчине предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Иностранец под стражей. В суд его доставили под конвоем. По версии следствия, хвою житель соседней республики пытался провести через границу с Челябинской областью лесоматериалов на 118 тысяч рублей. Чтобы быстро уладить все вопросы с таможней, предложил одному из сотрудников службы 50 тысяч рублей. Таможенник от денег отказался, лес не пропустил, а к гражданину Казахстана пришли правоохранители. Расследование уже окончено, уголовное дело направлено в суд, иностранцу грозит наказание.